Надо коляску смазать. Мараджан, что? Смажем, все будет нормально. Короче, 40 минут прошло. Давай, мы огонек раздвигаем. Тут потихонечку шипит. Я что хотел показать? Мэджик один. Ты не пугайся. А ну-ка. Пар есть? Есть. Смотри. Эх ты. Сила богатырская закончилась. Это, наверное, противо... Нет, я как раз наоборот хочу показать, как работает и вообще устроен афганский казан. Что у него весь пар пойдет сейчас вниз. Смотри. Знаю. Ты где? Да я тут. Тебя, наверное, оператор. Напишут. Много ума надо, чтобы такое придумать, а? Я, наоборот, людям показываю, что это вещь безопасная вообще. Угу. Понял? Даже когда этот, весь пар, я не знаю, тебе было видно или не видно, то, короче, пиво вылилось, все нормально, пусть он свои сейчас там это... Мараджи претендовал на этот бульончик. Там осталось, не переживай. Понял, как пар идет красиво? Я ничего не видел, потом покажешь мне на видео.